Слушай, Т-16 новенький, смотрите, какой выкрашенный. Красавец. О, гнездо на маленьком столбе. Редкость большая, обычно на больших каких-то, на развилках делают. Где линии расходятся рогаточкой. А здесь у нас другая деревня. Какая-то не сильно живая. Полузаброшенная. Хотя дорога наезженная. Ну, домики такие. Не очень дорогие. Вот этот более-менее живенький. Заброшенных деревень тоже много вижу. Очень много. Вон, похоже, опять такая же культура. Широколиственная, плотная, которую я так и не смог определить, как она называется. Может, это все-таки сорняк какой-нибудь? О, каменюки сами, что ли, выползли на поле? Их же наверняка убирают, когда засеивают. Столбики куда-то пошли. В соседнюю деревню, наверное. Ну ладно, пока выключаемся. Вот, пожалуйста, к вопросу о заброшенных деревнях. Не живой, не жилой. Этот, похоже, жилой. Домики пчелиные, потому что стоят. Телефон стационарный, он там стоит. Так он не работает. Он в каждой деревне стоит. Следующий не жилой. А это тоже, похоже, не жилой. И домики, наверное, брошенные. Хотя, может быть, домики кто-нибудь и обслуживает. Участок просто занял. Из соседней деревни, может, приезжает пасечник. Да, тут выкрашено, значит, кто-то обслуживает. Так, дальше нежилой. Что у нас дальше? Нежилой, 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 нежилой. Все, деревня брошенная. А следы есть через эту деревню. Нежилой, нежилой. Вот так вот. И остатки свинофермы или телятника, что-то такого. Откуда молоко в магазинах берется, непонятно.